Перед тем, как вы узнаете дату выхода новой серии всеми полюбившегося турецкого сериала «Стамбульская невеста», хотелось бы рассказать вам немного о ней. Семья Баран возвращается в то место, которое им принадлежит, и там они приветствуют новую жизнь. Гариб устраивает для них сюрприз при входе в особняк. Они все шокированы. Адему, который выбрал совершенно другую жизнь ради своего ребенка, некуда идти. Руку помощи ему протягивает Гюнеш. Аймир не может привыкнуть к новой жизни. Он, будучи ребенком, не справляется со своими чувствами и страхами. Бараны начинают искать способ, как расплатиться с Адемом за дом. Они не хотят быть его должником. Решение Фарука шокирует всю семью. Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Стамбульская невеста» на русском языке, которая появится на ваших экранах уже 30 ноября. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!